Привет, мои хорошие девчонки и мальчишки, кто на меня подписан. Я никуда не пропала, вернулась. Просто, как я вам уже говорила, искала временную работу. Собеседование я прошла, тем, кто за меня переживал. Спасибо огромное. Знаете, ну скажем так, это будет в месяц мне покрывать коммунальные затраты. Но работа с 9 утра до 5 вечера. И перерыв с часу до 2, 8-часовой рабочий день с отчетами, с корпоративной сим-картой. Переживала, скажем так, я волновалась, потому что очень удобно. Дома сидишь, звонки делаешь. Но сейчас, вот поработав уже третий день, затраты, знаете, эмоциональные и моральные, но как бы они, ну, мне не просто, скажем так, делать эти звонки. Но я понимаю, что тот труд, который я проделываю, он стоит гораздо дороже, чем, скажем так, комиссия, которую они предлагают. Но с этим разобрались, идем дальше. Первый день сегодня школы у нас был. Анютка очень поздно вчера легла, но сегодня растормошилась и нормально пошла в школу. Еще хочу, знаете, сказать новость. Это, наверное, первый случай, когда меня не то чтобы узнавать начали, но по порядку все рассказываю. Вчера едем с маршрутки, мы с Анюткой ездили на прогулку, и женщина мне: «Ой, Наташенька, здравствуйте, я вот думала, встречу вас, обязательно скажу вам, что я на вас подписалась». Я в легком ступоре, потому что лицо кажется знакомым. Я так понимаю, что это клиентка моя по банку, но я не помню ни имени, ни фамилии, ни каких-то вот подробностей, где мы с ней встречались, каких-то, может быть, ситуаций. Говорю: «А вы подписались на кулинарный канал?» Она: «Нет, нет, тот, который «Жизнь за кадром». И улыбается, и такая приятная женщина. Я говорю: «Ой, спасибо, что подписались. Вот если вы меня смотрите, вот привет, привет». Первый раз, когда меня вот так вот в маршрутке остановили, что-то мне сказали о моем канале. Настюшка моя благополучно добралась до места назначения. Тоже девчонки там пишут, переживают за нее. Скоро будет такой коротенький, может быть, на несколько минут. Ну, обзор, вот как она путешествует. Германия она немножко была, может быть, Польша, может быть, Испания. Ну, посмотрим, что она снимет. Снимет ли вообще, потому что она: «Мам, ну я не люблю это дело». Но я ее постоянно: «Настюшка, ну поснимай, людям интересно. Ну, надеюсь, поснимай». 2 дня выходных у меня прошли просто вот... Неделю уж я работала, а 2 дня выходных у меня гостила подружка с ребенком. Просто, знаете, как-то так жух, и 2 дня, ну, пронеслись. С ночевкой остались, потом еще поехали погуляли, и все, выходные закончились. И я для себя, знаете, сделала вывод, что когда работала в банке, было много каких-то знакомых, каких-то вот людей, с которыми созванивались, которые в Фейсбуке постоянно писали что-то там, в Вайбере мы там с ними обменивались контактами. А теперь я понимаю, что очень мало осталось людей, для которых не важны твои регалии, не важно, где ты работаешь, твое социальное положение, есть у тебя машина, нет у тебя машины. Можно там поехать, допустим, там я пойду в ресторан, поехали со мной. Я пойду в Порт-Сити там делать какие-то там шопинг-покупки, поехали со мной. То есть вот такие люди, с которыми я могла поехать, уже как-то вот отпали сами собой. А остались те люди, которые ценят меня без моих, скажем так, каких-то... Ну, ценят меня за то, какая я есть. Я им очень за это благодарна. Вот. Здорово, что вокруг меня остались такие люди. Не буду называть по именам, перечислять. Те, кто со мной рядом, они знают, что это они. Что у меня еще новенького? Наверное, покажу вам очередные покупки. С Анюткой сегодня были в Натали. Купила ей краски, вот 12 цветов. Недавно купила ей фломастеры. И вот взяли буквально 2 такие раскраски на продленку. Она же теперь, я работаю, и забирать ее в 11, допустим, я не смогу. У меня перерыв с часу до 2, и в этот момент я могу выбежать ее забрать со школы. Вот чтобы она там этот часик не грустила, взяла я 2 такие раскраски. Раскраски всегда беру крупные, потому что у нее, ну, я, может быть, первый раз вам это озвучу, у ребенка инвалидность по зрению, она очень-очень плохо видит. И вот слушаем мы на ночь аудиосказки, она просто обожает сказку, не зная канал Луне, не зная как. Вот, то есть весь цикл серии, не знаете, смотрела фильм, и аудиосказки вот на ночь слушает, она все это представляет. И давно уже просит: «Мам, ну купи мне книжку Незнайка». А то есть я понимаю, что мой ребенок будет с удовольствием ее читать. И вот наконец-то сбылась мечта. Дорогую книжку мы взяли, там она стоит, ну, больше 400 гривен. Ой, такая вот книженция. Вот такая толстенная. Вот книга. В ней, ну, вот такие, покажу ближе, черно-белые картинки. И так как она очень плохо видит, в магазин зашли, одна книга, вторая, третья. Я спрашиваю: «Анечка, сможешь прочесть? Потому что ей же надо читать». И у нее
У нее прям слезы из глаз, она говорит: мам, я не вижу. И у меня и продавец стоит, знаете, продавцу неловко. Мне неловко. Вот, взяла ей вот такую лупу. То есть, ну, лупа, очки, еще лупа, чтобы она могла читать. Потому что я понимаю, что интерес ребенка к чтению нужно поощрять. Чтение воспитывается у нас, вырабатывает представление, развивает фантазию. То есть то, что написано, она будет это как-то представлять. Потому что вот она слушала аудиосказку, представляла, допустим, Незнайку в одном варианте. А потом, когда посмотрела мультик, а там Незнайка совершенно другой, и говорит: мама, а почему он подружился там с такой-то девочкой? У него друзья вот по аудиосказке, вот такой-то, такой-то персонаж. Я понимаю, что она очень чутко все запоминает и сопоставляет. Ну, поэтому вот, вот такая покупка. Что еще? Ну, хорошее настроение у меня. Мир всегда был ко мне очень добр, всегда встречались мне на пути вот какие-то добрые люди, такие положительные. Сегодня тоже на первом этаже у нас живет чудесный-чудесный человечек Катюша. В том году или в позапрошлом, в том году мы Пасху встречали в Киеве, там, да, когда Сережа болел. До этого был праздник Пасхи, и у меня, представьте себе, купила молоко, и оно скисшее. Я расстроена очень сильно, звоню Катюше, говорю: Катюша, выручай, help me, нет у меня молока. Катюша работает в магазинчике небольшом, там, где вот молоко, молочная продукция. Тот день у нее был нерабочий, она говорит: я не на работе. Я говорю: ой, что же мне делать? Она: ладно, у меня там есть запасы молока, я тебе занесу. То есть, ну, спасибо, спасибо. Может быть, показывала мне наборчики, солянки. Очень удобно на пиццу и суп. Моя дочка такое обожает. Звоню я Катюне, говорю: когда появится, наберешь меня? Она говорит: да, есть три набора. Я говорю: заберу все три. Фермерское молоко, 2 литра. Выбраться не могу, потому что, ну, перерыв, не хватает времени только сбегать за ребенком, и что-то еще приготовить надо. Она говорит: я попрошу дочку, она тебе занесет. То есть, Катюнь, знаю, что ты меня смотришь, спасибо тебе тоже огромное. Ну, не люблю я очень долгие видео, потому что понимаю, ваше время занимаю, может быть, вам там хочется посмотреть какой-то фильм. Знаете, что планирую? Сделаю сборник фильмов, которые посмотрела, может быть, за последние несколько месяцев, и напишу вам, и коротко расскажу о них. Что понравилось, что не понравилось, и, ну, разные направления. Что-то может быть романтичное, что же может быть детектив, фантастика, кого что интересует. Потому что я в последнее время стала вот более такой всеядной. Если раньше я смотрела только фантастику, какие-то фильмы, мелодрамы, я терпеть не могла. То есть сейчас, знаете, вкусы немножко изменились, я могу посмотреть анонс, прочитать. Если это интересная какая-то мелодрама, могу посмотреть мелодраму. Если это интересная комедия, я посмотрю комедию. Если это какая-то фантастика с элементами детектива, тем более посмотрю. Так, ну и еще, конечно, знаете, что вам покажу? У меня же орхидейки мои, ну куда же без них? Конечно, я вам покажу. У меня ванила, которая Молли дала мне еще один третий цветочек. Очень такой, знаете, потрясающий-потрясающий. Поделюсь с вами еще одним позитивом. Вот первый цветочек, второй. И вот показываю вам. И вот можете посмотреть. Буквально вчера утром распустился третий. Он тоже такой пока зеленоватый, но потом поменяет цвет, естественно. Вот бинго мой, 3 цветочка. И, возможно, будет еще один. Цветочек без названия. Стрелочку выгнал, но пока еще бутончиков нет, очень жду. Ну, кот, естественно, цветет. Естественно, меня радует. Очень-очень красивые цветы, прям нарадоваться не могу. Каждое утро встаю и любуюсь. Так, ну что, вот она лупа, вот она книга. Ну, рассказывай, что книгу ты ждала. Как? Ага, я так ждала. Я всегда мечтала воплотить эту мечту. Все, воплотили мечту? Ага. Все, теперь будем мечтать о чем-то другом, еще большем, чем книга Незнайка, да? Нет. Ну, до этого мечтали о домике для куколок Лол. Домик для кукол Лол появился. Теперь мы мечтали о такой книге. Появилась книга, да? Угу. Теперь мечта о Бэби Борне. О Бэби Борне тебе будем мечтать. Ну, Бэби Борн на день рождения соберем, и будет у нас еще Бэби Борн. Ой, а гляньте, какая мама. Да, ну тебе видно. Юже не видно в камеру? Это тебе видно, что мама в лупу огромная. Давай помашем рукой Архангелу Ряду. Все. Говори, маши пока. Пока-пока. Пока-пока. До новых встреч.